Чатик у нас. Никому не смеяться. Надо решить, в какую стрижку мы сейчас будем меня стричь. Сладкий, я ебал, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Интересно, какие тебе вообще варианты смогут предложить? Иракес, налоса, нет. Сделай такую полоску. Какую полоску? Что это такое? Ой. Сейчас это, наверное, не в моде, да, уже вот такие полоски делать? Ну, я думаю, что да. Ну, может быть, лет через... Нет, ну, может, через года. Год будет снова в моде. Через год. Угу. Сейчас пока нет. Вот кто вообще определяет моду? Типа, что будет через год модно? Да все просто, мод циклично. Это пизда? Все. Нахуй вот чел майку Супер Стаса спиздил? 2000-й модно сейчас? Да. Самый такой. Макс, засоси, мальчик. Вообще уже 2010-й начинает стоять. Тупая луна всему виной, все в округе горит. Сколько эта сочка берет за чат, которая тебя стригнет? Че, много заказов стоит? Максюш, привет, я предлагаю попробовать половину головы на лысый, если понравится, то слушай, вторую типа, половину тоже пиар. Добавить. Пиар? Типа ты приглашаешь людей в клуб, угу. Там тусуешься, общаешься, бухаешь, угу. Веселишься. Ну, типа создаешь атмосферу. Угу. Вот. Но, блядь, меня турки очень жестко наебали. Это прям очень грустная история. Как наебали? История. Короче, они обещали, что заплатят одну сумму. Ну, короче, вообще, в целом, они должны были заплатить $2000 uh-huh. за месяц работы. 4 дня в неделю. Uh-huh. Среда, четверг, пятница, суббота. С 8 до 2. Uh-huh. Но когда время пришло к оплате, они заплатили половину. Ой, даже не половину, они заплатили вообще хуйню $200. И сказали, что типа вот, мол, я там проболел, хотя меня не было максимум 4 дня из недели. То есть это даже меньше 50%. Угу. И вот теперь я думаю, боже, что делать. Ну, типа, это супер неприятная история, что они пользуются положением нашим. Тем, что мы приехали. Макс, не закрывай глаза, если что. В Стиме вышла новая игра? Но на твоем аккаунте недостаточно средств для покупки? Steam Balik. Это моментальное пополнение баланса Steam с самой низкой комиссией. Просто введи свой логин, выбери сумму пополнения и оплати удобным способом. Деньги придут в течение минуты. Steam Balik. Пополни Balik. Ссылка в описании. А у тебя этот... Макс, блогеры какие-то были уже популярные? Макс, стрижка в зоне да, очка, пожалуйста. Угу. Не знаю, ты знаешь таких там... Ну, это плюс еще параллельно мои друзья. Ага, кто? Там, спросил, может тебе волосы на жопе покрасят? Нет. Ну или хотя бы просто выебать. Наум? Да. Что знакомое? Такой парень, блондин. Чел других людей кашком. Стрижет, а свои подмышки подстричь не да. может. Потом... Макса от него с маской но пахнет. Большинство я, конечно, естественно, не знаю, потому угу. что я немножко вообще с другой сферы. Угу. Поэтому это очень забавно узнавать, когда тебе люди приходят и говорят, вот посмотри, ты смотришь, и там реально 300 тысяч подписчиков, а ты вообще это себя даже не знаешь. Да 300 тысяч подписчиков вообще хуйня. Ну видишь, везде по-разному. Так, ну что, начинаем делать стрижку. Подожди, стой, скиньте примеры какие-то стрижи, какую стрижку мне сделать? Макс, а у тебя Юля бросила? Только это твой новый налоса. Парень? Вы очень хорошо наметки выглядите. Сделайте, скиньте ссылки. Представляю, как ты его картинки. Вечером раком ставишь и под хвостик вставляешь. Но подпишись. Тебе не впервые, ты уже на Эшли натренировался. А Лобок, он тебе тоже будет стричь? Да нет, это было, это не надо. Тебе ни одна стрижка не пойдет. Могу слигбек предложить. Но они не то, что они просто ебланы у меня порой. Макс, они клоуны. Скиньте нормальную прическу. Зачем мальчик. Ты вот это вот кидаешь, я не понимаю. Придурок, блядь. А вот, адекватно вроде скинул. Так, что? Ага, Андрей Петров, отлично. Нет, ладно. Ладно, какую мы можем постричь? У тебя есть какие-то этот? У меня? Да. Да. Но я думаю, что тебе нужно делать точно, да, выбривать вот эти бока. Угу.
максимально коротко. Спроси о него. Ее пизда или хуй между ног. Я так для главеса хочу спросить. Я вечно забываю, как она называется, естественно. Сейчас найду, покажу тебе. Да, Субнат. Да, посмотрим. Супер классика, да? Это классика, да, считается? Ну, это, да, обычная классическая стрижка, военная еще, к тому же. Такое мне не надо, наверное. Ко мне не подойдет. Эшли, что такое? Покажи, я им покажу, они оценят. Сейчас еще. Вот эта прическа, которую ты у меня видел, вот эта белая, вот с этими, с этой хуйней розовой, это они выбирали. Ну, неплохо. Придумали тебе. Максим, ну так что? Он даст контакт? Я хочу, чтобы он мне усы подровнял. Контакт? Я потом в конце вот стрима покажу контакт. С кому вы можете обратиться, если этот вам нужен будет, я покажу контакт. Ай-яй-яй, как же он ему рукой по волосам водит, у меня аж шишка задымилась, ай-яй-яй. Так. Ржу, что, естественно, нужно забыть эту стрижку, название, чтобы тяжело, ну, тяжело ее найти, потому что у нее есть именно название определенное. Так, где... Алин, ты адекватная? Что это такое? Что за кепка? Я так понимаю, вы под голубую луну в конце пососетесь и признаешься, что вы с Юлей расстались? А так, я так вот понимаю, тебе вы прическа под... бомбы, конце... брат, ай-яй-яй. Максим, выбирай либо... Максим, выбирай, либо если умрет завтра, либо тебе придется поставить раком твоего парикмахера. Так, вот имба, стрижка, выбирай, давай, что покажи. Тебе важнее, твоя милая просто... собачка, или вставить свою змейку в его попу. Я просто думал, я не знаю, чат, лучше мне покороче постричься а или подлиннее? А он может мне ирокезик на лапке сделать и покрасить в синий цвет. Будет реально классно. Покороче? На лысо, покороче. Ну это я тоже думал покороче. Макс, какая у тебя была в 21-м? С повязкой? Сейчас я попробую звук вывести на... Ну-ка, это что? Это Asus? Бро, за сколько рублей? Ой! Этот, Стас, ты можешь модерировать донаты? Максюш, делай тройкой шестеркой. С такими короткими волосами будет проще нырять в норку, это крольчонка сзади. Так, тройка шестерка, что это такое? Не понимаю. Так, сейчас. Че там нашел? Можете что-то типа такого запилить. Сейчас, секунду. Вот кроп. Смотрите. Ну, вот такой немножко. Куда показываешь, вот, да. Вот такой, ой. Вот так вот нормально? Да? Ну, можно попробовать. Нет? Есть фен, имбуля. А есть еще какие? Покажи варианты. Максюш, оцени, давай. Вот эту запомни, возможно, сейчас эту будем стричь. У меня она мне понравилась. Ага. Что это?
Осуждаю. Так, осуждаю полностью. Так, что тут еще есть? Да, гусеница, давай сейчас посмотрим. А, Фрокси, топ причем. Это не смешно. Приветик. Все, блядь, все, я не выдержу, все, блядь. Макса, можешь его спросить, какой он фен посоветует? А то я не могу понять, за грамм косарю много или... А то я не могу понять... А каким феном ты пользуешься? Спрашивают. Смотря где, в какой стране он находится. Babyliss, хорошая фирма. Babyliss? Babyliss, да. А Dyson, что думаешь? Dyson супер. Супер? У нас еще Dyson есть. Если надо Dyson, можем Dyson дать. Вот. Смотри, как моего друга постригли, тоже стримера. Ребят, скиньте ссылку на Гукамоле. Его почему-то начали обзывать все. Я просто не понимаю, за что. Сейчас покажу. Сейчас покажу, как он выглядит. Сейчас. Готовы? Да не готовы уже давно, они уже устали. Я сейчас качество будет получше. Макси, я чуть-чуть пьяный, но ты не думал, что он лучше? Не, послушайте, а чего не угорают? Стой, подожди, я думаю, или они будут... Короче. Вот. Да, слушай, ну просто я бы либо вот эту часть бы убрал бы. Ага. Ну, как бы, не знаю, это обычная стрижка, что тебе могу сказать. В смысле, насколько плохо. Просто обычная, типа, стрижка, все. Такая немножко в питерском стиле. В каком? Питерском. А, все, фух. Я уж испугался, вот ты что-то не то сказал. Все нормально. Все нормально. Петербург. Да, город. Не, а че так еба... Короче... О, мы тоже с Санкт-Петербурга. А почему Кулимана не попросил постричь тебя? Кулиман, я не знаю, где Кулиман, если честно. У меня нет информации, где сейчас на Хулиман находится. Эшли. Вот такую надо. Что, там есть еще стрижки? Можно вот такую тебе запилить. А что тут? А тут же ничего не меняется, как будто. Ну, она покороче, чем сейчас у тебя. Смотрите. Может, вот такую ебанем? Смотрите, классная стрижка. Го. О, да, пишут, да, го. Всем понравилось. Сори, да, гой. Такое редко бывает, конечно. Ну-ка. Влоус пишет, нет, Влоус, тебе лишь бы, чтоб меня на лосо ебанули, козел. Ну, тут пусть он сказал питерский, но че тогда означает питерский стиль? На лосо было уже, не было. Имба, спасибо. Что, делаем? Давай, все, начинаем? Да. Все супер, отлично. Стас, закажи какую-нибудь музыку на стрим. Очень приятно. Ага, спасибо за донат. Юль, что делаешь? Чай. Как самочувствие? Болеешь, да? Болеешь, да? Угу. Выздоравливаю. А ты один сюда перебрался? Да. Хотел переехать в Москву, переехал сюда. А в Москву еще долго хотел переехать? Слушай, ну 3 раза хотел переехать, 3 раза не получалось. Угу. И вот 3-й раз я думал, все, сейчас переезжаю и прикинь. А кальян на столе, надо, чтобы курить или садиться? Я не знаю о ваших развлечениях. Как просил Максюш. Ладно, пора.
о кальянном столе, чтобы курить или садиться. Я не знаю. По машинке садится. Парни, на какой минуте порно начинается, что за гей его стрижет, который Юлия Приветик сказал? Да, давай, конечно, сейчас ставлю. Давай. Все, блядь, все, я не выйду. Макс! Ебаш на вас, расставайся с Ю... Тапочек давай. Юль, отдай тапочки. Норм плеча похож на Фидера. Чел пиздец стильно выглядит. Плюс реп, а ты чудище. Иди нахуй. Мне задонатили чел... Не знаете ли, я его знаю, он шарит. Чел пиздец стильно выглядит, плюс реп, а я чудовище ебаное. Пошел ты нахуй. За 50 рублей покукарекаешь? А он такую майку надел, чтобы подмыхи не потели и не воняли. У вас че в Турции воды нету? Ребят, подписывайтесь. Ну, я потом в конце скажу, куда подписаться. А я, кстати, показывал на вчерашнем стриме, а на позавчерашнем стриме показывал твой инстаграм. Вот это рабочий показывал или лично? А, ну, с каким мы с тобой переписываемся? С рабочим. Ну, вот. Ого, а там сколько подписчиков? Ну, не так, много, 10 тысяч. Ого, ну это тоже много. Все равно приятно. Кто пришел, Юль? Зачем? Охуеть, блять. А что, кого вызывали? Брат, выбирай левый или правый. Ну как 3 месяца в Турции? Да хуйня не нравится мне, если честно. Тебе нравится в Турции? Ну, смотря с чем сравнивать, допустим, здесь повеселее, чем в Питере. Повеселее здесь, чем в Питере? Да. А чё там, чё тут весёлого-то? Мне очень... Расскажи, где веселиться, я тоже... Слушай, здесь много где веселиться. Ты сходи даже в Но-радио, там просто дохренище людей, особенно очень много русскоязычного населения. Но-радио? Все тусуются, да. Это самое такое популярное место у русскоязычных всяких модных ребят. Макс, а, если ты уважаешь Васяна, то в честь него на лысых уяр. Всяких музыкантов хорошие. Все тусуются там. Это первая локация, куда приходят все тусить. Да и вообще представьте, сколько миллионов живет. 22, по-моему. Ну. Ну, все равно как-то не то, как будто. Не знаю, еда тут не очень мне нравится. Еда? Ну, еда смотря... Такси мне не нравится. Такси мы тут самый жесткий район. Че жесткий мы? Самый жесткий район, мне тоже не нравится. Тут просто есть другие районы, где супер красиво, супер красиво. Меня таксист чуть не изнасиловал однажды. Таксист? Да. Как это так произошло? Он ко мне приставать начал. Реально? Угу. Типа что? Он тебе что-то говорил? Ну он говорит, куда едешь? Чем? Я говорю, в резиденцию, донатите, по Монте. У меня живет здесь мягче, девушка. А скипать он такой, приходится. Это что, отель? Я говорю, нет, это типа выдаете. Резиденция. Он говорит, ну как отель? Я говорю, нет, резиденция, я живу с девушкой. Мы подъезжаем, он мне дает свой телефон с переводчиком. И на нем написано, не хочешь ли ты подружиться? Бля, да, серьезно, это пиздец. Я говорю, no, I have girlfriend. Проходит еще 5 минут, у меня 5. Этот, начинаю показывать этот, блядь, телефон, где хочет со мной подружиться. Вот, я уже выбегаю из такси, он такой говорит, ну что, мы все-таки не подружимся, что ли?
Все, блядь, все, я не выдержу. Все, блядь. Ну здесь такая тема сейчас. Лысый долбоёб, съебись со стрима! Макс, я тебя люблю! О. Откуда он знает про питерский копыдорский стиль? Он чепа. А что такое питерский коридорский стиль? Нет, не могу сказать. Парикмахер. Уже... Макс стесняется вам сказать, чтобы вы сделали интим-стрижку а его что, девушке. А что, это такое запрещенное? Я вообще не в курсе, что это такое. А-а-а. Ну, звучит странно, я типа такого не слышал там, когда я там жил. Так, а где ты тусовался? В Питере. В Питере? Да. Я любил со своим другом ходить в 17.03, если честно. Куда? 17.03. Это бар? Да. Где? А не помню, он рядом с московским вокзалом находится. Не знаю. Ты не знаешь, где в 17.03 в Питере находится? Ты знаешь, где поп-гараж, там, я не знаю, какой-нибудь там был Раф. Агли. Знаешь такие места? Нет. Ну вот видишь, мы с тобой в параллели жили. Ну, как будто разных городах жили. Да. Лук Лаунж. Да я думаю, с таких кальянок миллион по Питеру. А тебя же Антон зовут, да? Андрей. Андрей, прости, пожалуйста, Андрей. Главное, что не Валера. А Валера. А что с Валерой? А? А что с Валерой? Просто смешное имя. Макс, паренек очень сильный и вайбовый. Спасибо за такой классный вайбовый стрим. Так бы оттрахал вас, сучек. Я сейчас думаю, прикинь, сейчас я подстригу. Будет так, как ты мне показывал того парня. Какого? Которого тут я тебе показывал? Не надо. Ну как? На самом деле, я вообще ненавижу менять прически. Прям пиздец как. Почему? Боюсь. Что, тебя травмировали в детстве? Чего бы так? Не знаю, я просто... Я чувствую, что я выгляжу как в принципе... Ну, мне моя внешность нравится, и я чувствую себя, что я выгляжу как уебан. И прическа меня когда-то меня спасала. Вот. А если меня плохо постригут, вот, они, видишь, они даже начинают писать, ну да, факт, так и есть. Вот. Поэтому я очень сильно боюсь. Сейчас мне испортит меня очень сильно прическа. Мне еще мама в детстве всегда этот стригла модельную стрижку. У меня травма в детстве. Да, у меня тоже такая была история. Меня тоже в детстве постоянно хуево стригли. И каждый раз идти в парикмахерскую — это был стресс. Потому что ты знал, что тебе какую-то хуйню наделают, и все. Это такое, блядь. Сейчас сохну тогда. А скиньте мне в ТГ мою фотку, где я стою в этом, в кадетской школе еще. Скиньте кто-то мне фотку, где я пиздюком стою. У вас она по-любому есть, ебланов. Музыка не громко? А что для тебя значит тусоваться? Тусоваться? Да. Просто классно проводить время. То есть ты можешь тусоваться с друзьями в баре, в ресторане, гулять в парке, не знаю. Для меня тусоваться — это просто получать удовольствие от общения с людьми. То есть вот такой формат. Хотя многие, конечно, другое воспринимают под этим. И, может быть, из-за этого некоторые меня, допустим, могут не понимать, знаешь. Когда я говорю, что я тусуюсь, они думают, что ты как-то тусуешь в клубах, например, начинается. А тусовался бы нет. Все, блядь, не будешь. Макс, чем короче прическа, тем больше твои щеки будут заметны. Я тусовался — это слушать громкую музыку и бухать. Ну, я же не пью давно, конечно. Как давно ты не пьешь? Пару месяцев. Ну, слушай, это... А нет. Пару недель, наверное. Вчера не считается. Пиво не считается алкоголем. А ты пьешь алкоголь? Я, да. А какой любишь алкоголь?
Слушай, я больше всего люблю шампанское, ага. На самом деле, мне оно больше всего сейчас нравится. Я когда здесь в Турцию приехал, много чего перепробовал. Были неделя джинтоника, неделя белого вина, неделя красного вина, неделя ракы, водки. И я понял, что больше всего мне нравится шампанское. Оно как-то самое, знаешь, такое веселое и немножко аристократичное. Иногда люблю виски. О! Но виски только Хани. Только его. Мне тоже медово нравится. Нет. Именно со льдом. В чистом виде и все. В чистом виде? У меня, кстати... Он просто со льдом это идеальное сочетание. Вот ты туда закидываешь огромный кубик льда, он тает, и ты чуть-чуть попиваешь его, и все, и очень вкусно. Виски, вот медовые виски, это единственный виски, который я могу пить сухим. Ну, типа без опиона. Это единственный алкоголь. Остальное я вообще не могу пить. Из алкоголя? А, да. Все остальное я разбавляю. Ты не знаешь случайно такого блогера, как Хесуса? Нет. Не знаешь? Mm-hmm. Мне кажется, должен быть, если я тебе покажу фотографию. Блин, честно, это русский блогер? А, ну да, сейчас. Сейчас. Я думаю, по-любому ты... Сейчас. Вот такого не знаешь? Не видел никогда? Mm-mm. Не видел? Ну ладно. Вообще не надо. Короче, это еблан. No. Как-то на какой-то праздник, то ли день рождения, то ли какую-то хуйню принес виски, которые стоят за... Макс, спасибо. То ли 80 тысяч, то ли 90. Киркорову, Тимоку, Дарья. Даже такой виски можно разбавлять. И голос умысли. Колы простой. Ну потише, пожалуйста, сделайте кто-нибудь. Что, получается сейчас? Что, прическа там? Кстати, Азан. Кто? Азан. А что это такое? Вот, сейчас слышишь? Если честно, я не знаю, что это такое, но играет очень красиво. Это молитва. Молитвы читают. А, играет очень красиво. Во всех мусульманских странах. Ага. Ну, играет. Но на самом деле, она когда начинает в 6... В 6 утра начинает играть, у меня прям, знаешь, успокоение души, я прям засыпаю. Прям мне нравится. А тебе? Вообще супер. Ну, очень колоритно. Mm. Хотя вначале было тяжеловато. Блин, а у меня какие-нибудь друзья жили в квартире, и у них прям мечеть, вот прям за окном. Mm-hmm. Буквально там, не знаю, 50 метров. И mm-hmm. прикинь, как тебе просто вдохерачит этот азан mm-hmm. по утрам, когда ты спишь. Это было очень жестко, конечно. Я просто один раз у них оставался на ночь, потом подумал, да, зря я остался. Еле уснул. Ну вот я не знаю, как люди живут, которые рядом с мечетью. Да, я думаю, привыкли. Может быть. Ну, тут на самом деле шумоизоляция хорошая. А ты, ты квартиру снимаешь, да? Я квартиру снимаю, да. Но у нас вообще не супер хорошая шумоизоляция. Соседи постоянно жалуются. А за сколько снимаешь? Слушай, за 1500 долларов. Ого! Да. Она вот больше, чем вот эта вот? Трехкомнатная. Ого! Больше. Так это нормально. Ну, плотную всем нашим. Знаешь, за сколько я эту снимаю? Сколько? За 2 с чем-то тысячи долларов. За 2 столь, за 2 200. А, ну так слушай, это еще дороже. Да. Ну, у тебя резиденция, а у меня просто квартира. Максик, привет. Привет. Стрим приятный. Комфортик лютый. Парикмахер просто шик. Ага. Сосочки его волосатые, спасибо, такие вайбовые, меньше, чем 3. Иди из чата нахуй. А ты вот в день сколько примерно стрижек делаешь в среднем? Ну, в среднем где-то 3-4, наверное. 3-4.
То есть ты после, у тебя после меня есть еще какая-то подстрижка, да? Нет, уже нет. О. Я же в салоне работал. У меня было... Так, в целом я больше крашу, чем стригу. Ну, как бы, на этом я больше зарабатываю. Так как стрижка это все-таки быстрая услуга, но недорогая. А крашивание более долгое и, естественно, больше можно заработать. А ты вот, когда в Москве это там этот. Ой, в Питере, у тебя такие же прайсы были? Конечно. Потому что. Реально! Да. Ну, у тебя, кстати, не хуйный такой прайс. Ну, ты знаешь студию Бублик, нет? Бублик нет, если честно. Ну, это московская сеть звездных парикмахерских, где там всякие блогеры постоянно обслуживаются, типа как. Ну ты знаешь какие-нибудь самые популярные блогеры девушки? Ну, Валь Карнавал знаю, Юль Гаврилина. Вот, да, Гаврилова. Максик, там, ты сегодня пассив или актив? Хотя с такой прической точно пассив. Крип, Дима Билан. Реально они там? Да, да. Это все там. Зиверт. И вот у нас в Питере тоже открыли такую же историю. Я там работал арт-директором. У меня знакомый стример, ну я сейчас для своих скажу, Каравай, пошел постригся в этот Black Star 13, как вот этот. И там есть вот этот популярный у них барбершопер, как ее. Как его зовут-то? Такой, не знаешь? Я нет, точно не знаю. Я вообще не слежу за русскими людьми, честно, вообще мне не интересно. Вот. Мне больше интересны иностранные персоналити. Мирового порядка, не локальные, понимаешь? А в России только знают все русские. Ну, только русские знают о русских. Да, наверное. И это как бы... Это уже у меня прическа делается сейчас? Да, уже почти все. Осталось себе челку забить и покрасить в черный. Будь здоров, Эшли. Эшли, не жри волосы с пола. Иди отсюда. Заебал яйца чесать да, под полотенцем. Нет, я не чешу яйца, еблан. Так, нужно будет сделать сейчас этот трюк. Чего не смеются с меня? Надо было зеркало поставить вот сюда, и можно было бы за камеру, знаешь, можно было бы спокойно стричь себе и смотреть в зеркало. А как до этого придумали вот эту красную прядку? Что это? Что за вдохновение? А, ко мне тоже приезжала девушка-колорист. Вот, и она меня часто красила раньше в Питере, тоже с Питера. Mm-hmm. Она говорит, давайте что-то заебеним такое прикольное, что ну, типа, чего не было у тебя. Давай полоску. Она сначала хотела мне пол ебала в красный закрасить, а потом решили только одну прядку. И вот как-то вот. Но как, тебе нравится, когда так выглядит или не очень? С прядкой? Да. Ну, это актуально. Актуально, да? Я просто да. не знаю. Это актуально. Мне нравится. У меня собака лучше выглядит. Иди ты нахуй. Не знаю, так говорить. Они меня называют... Вот тебе надо было знать, что еще сделать. Знаешь, как меня сейчас называют? Как? Меня называют Гвакамоле 2.0. Гвакамоле тот пацан, которого я тебе уже показывал. Я так и думал. Вот, короче, я долго думал, кого он мне напоминает. А вот где вот эта красная прядь, надо было сделать еще красную бровь. Тогда мы это точно было бы. А мы можем мне прорезик сделать на брови? Мне он под красный волк, под черный волк прям нравится. Лишняя пасишь, душа тости, отказ и суэт.
Слушай, я миллион раз красился уже в черный. Я каждый раз, у меня мой самый первый цвет был серый, потом возвращался к черному, потом опять серый, потом черный, и у меня вот так вот этот я всегда ебашил. Я каждый раз крашусь в белый, и вот эти ебланы в чате пишут, что мне не идет белый, я каждый раз крашусь в черный. Вот это в очередной раз сейчас было. Так, а сколько тебе лет? 24. А, 24? Да. А тебе сколько? 29. Ого! Да, ну, уже 30-ка скоро будет, 11 января. Ну, выглядишь ты очень молодо. Я думал, тебе это тоже типа 23. Я, значит... Ну вот, приходится замораживаться, как Ариана Гранде. Как она замораживается? Ну, она же вечно 20. Ей как бы 25. А ей сколько? Ей тоже 30 уже. Реально? Да. Что ты понимал, я где-то буквально... полгода назад не знал, как выглядит Ариана Гранде. Ты знаешь, сколько Ким Кардашьян? Знаю. 40, да? А, сколько ей? Нет, 40, не знаю. 40, да, ей 40 лет, прикинь. Ну, выглядит очень хорошо. Теперь все будем выглядеть так в будущем. Никто не хочет стареть. Но это все, знаешь, витамины. Конечно. Больше всего они спасают. Максюш, а неплохо получилось. Может, он еще Эшли на лысый ебнет? Не, Эшли не надо, она... У нее потом будет парикмахер. А можешь, пожалуйста, это окошко закрыть? У меня по ногам что-то дует. Спасибо большое. Так, что, переходим к окрашиванию? Давай. И потом тебе еще после окрашивания дострижем. Угу. После окрашивания дострижем? Ну да, я тебя на мокрый волос. Угу. Макс, очень срочно, ну-ка дайте посмотрю. Макс, красиво, спасибо большое. Я знаю, мне тоже нравится. Что такое за музыка? Кумар, куш, какой сегодня фильм? Я Максим. Нет, сегодня фильм... Нет, сегодня мы не будем фильм смотреть. Я думал «Один дом» посмотреть, но попозже посмотрим. Черную, да, быстро красить вроде? Чё-то пиздец. Тебе идет, но нахуй ты же был такой красивый. А сейчас что? Почему у него голос как у Бахи? И вопрос от него. Спасибо большое за 12 трусов, трусики. Эшли, нельзя кока-колу тебе. No, these hoes, face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose, beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss, I'm that bitch. Стас, не прибавляй так громко, пожалуйста. Спасибо. А мы пол не испачкаем? Эшли! Краской? Да. Нет? Иди к маме. Ага. Эшли, иди к маме. Ты кушать не хочешь? Конечно. Смотри, еще закажем покушать. А где вы тут заказываете? Макдональдс? Нет. Тут, ты вот этой хуйней не пользуешься? Худи или гетир? Да я и не... Вот это Емек. Емек. А, Емек Септи. Емек. Ты не пользуешься этой хуйней? Ну, как-то не особо. Я только заказываю Макдональдс максимум. Еще как-то пиццу заказывал. Доминос пицца. О, привет, Марк. Вижу, наконец-то удалось воплотить мечту и съехаться с Байовл. Ну, счастье вам. Ты реально красавчик. Всегда в тебя верил. А покажи, у тебя есть сохранилось? Макс, ты очень красивый. Белый, никого а не слушай, черный, даже меня. Дай покажу им, может, им это больше понравится.
Вот, вот так предлагает покраситься, смотрите. Го. А мы можем покрасить вот как там, а потом еще закрасить все нахуй? Ну, можно так попробовать сделать, если у меня краски хватит. Значит, не, ладно, в пизду, давай, давай все. Давай, черный, давай, да, черный сделаем. А то мы одно покрашивание под другую, под одну хуйню делали, потом, потом что-то еще потом выбирали. Сыкло. Что сыкло? Вы меня потом будете называть, блядь, Курседом, Никоглаем, блядь. Заднюю дал? Нет. Просто уже выбрали все, сейчас прическу сделаем ёбнутую. Адольф. А какую музыку слушаешь? Какой тебе исполнитель нравится? Ну прям исполнитель четко не могу сказать, что мне какой-то конкретный нравится. Мне нравится, не знаю, группа Клон английская. Угу. Типа French Pop мне нравится, мне нравится немного техно. Техно? Да. Peggy Go. Кого? Peggy Go. Ага. DJ. Ага. Что еще нравится? Недавно был на iPad Models. Тебе нравится iPad Models? Я сейчас на первый раз слышу, что это такое. Ну вот поставь, послушайте. I Hate Models? I Hate Models, да. Hate или Hate? Hate, Hate. I Hate Models. Типа я ненавижу модели, да? Да. Сейчас. Hate Models. Это группа, да, такая исполнитель? Да. Ага, сейчас. Ну это диджик. Ага. Ну вот у нее Daydream. Знаешь такое? Да, да, да. Просто это у нас тихо, у них пиздец как громко сейчас. У них пиздец громко, аж перегрузы. Подожди, дай на телефоне включу, я так нихуя не слышу. Лучше зайди в инсту, ага. Я тебе покажу, какой у него прикольный там трек. Давай. Спасибо за Redim. I Hate? I Hate. Models, вот, да? Вот он наверху, ага. Ага. И зайди... вот, вот этот. Вот этот? Да. У твоего парикмахера, да. Майка на вырос. Ебать! Прикинь, что там любые. У меня почему-то такие тусовки, знаешь, чем ассоциируются? Ну как думаешь, с чем? Так, ну и с чем? Ну с чем? Как думаешь, ассоциируется? Короче, давай, чтоб ты еще ничего не ляпнул, скажу, что у меня почему-то такие тусовки ассоциируются с всякой запрещенной хуйней. Типа, понял, там, с экстази, с порошком, с наркотиками. Потому что я однажды был в заведении, в клубе, и там вот такая техно-музыка долбежка ебашила. Ко мне раз 50 подошли, предложили всякие экстази, таблетки, ЛСД, блять, это просто пиздец нахуй. Слушай, ну большинство, конечно, наверное, да, такое любит. Но все, в целом, блядь, все, не, все я не вижу, все, блядь. Работаешь, что-то ребят, делаешь, кто любит кей-поп и долбиться в папочку плюс в чат. Концентрация настроения высокая, то есть, там, не знаю, ты бегаешь, занимаешься спортом, не знаю, там, убираешься. Ха-ха-ха-ха, слышь, сзади там, сделай все по кайфу. Конечно, скорее всего, да, любят другой вариант отдыха под такую музыку. А ты ничего из этого запрещенного никогда не пробовал? Слушай, ну такой вопрос очень. Ну и с отковыркой, конечно, я много чего. Я вам директор! Так, спасибо за донат. Я вот, например, за 24 свое вообще ничего не пробовал.
Ну, я вообще пиздец в плане. Не чувствую, что мне это надо. Во. Ну, у тебя другие, наверное, ну, бренды, да. Просто. Ну, вот в чем прикол. Угу. Что вы пишете, пиздобол, ебланы, я не пробовал ничего, нахуй. Плюс реп за честность. Эшли, хватит, блядь, дрочить ногой, нахуй. Нас ты не наебешь. Я ничего не пробовал. По тебе видно, что... Да-да. А в черный быстро, да? Спрашивают, какие тебе нравятся машины вообще? Машины? Да. Типа машины? Автомобили, да. Вообще абсолютно не интересно. Нет, не интересно. Сделай опрос, один цвет или два. Ты вообще ебанат, ты не видишь, у меня вся башка уже черная. Какой один или два цвета, еблан? Так все барыги свой товар не употребляют. Я ничем не занимаюсь. А ты был в Дубае? Нет? А ты кто, кроме Турции, где-то был? Да, на Мальте, в Хельсинки, в Киеве, ну, в Украине. Угу. Так, еще. В Грузии. Угу. На Мальте. Угу. Ты говоришь, что как там на Мальте? Говорит, вообще разъеб. Ну как сказать, там вообще скучно, мне кажется. Там прикольно приехать, знаешь, на лето получить английский язык. Такой, типа, чисто как сериальчик, знаешь. А Мальта это не остров? Это остров, да. Но это страна одновременно. Там, Макс, ты очень красивый, солнышко. Спасибо, Роблокс. Эшли, ты что, поперхнулась? А финки как? Слушай, финки... Супер спокойно, супер спокойно. По-другому не назвать. Не пишите, что она умерла, она просто подавилась. Адольф. У меня, короче, была мечта, но это странная мечта, мне кажется, для тебя. Что вы плачете? Эшли! Эшли! У меня, короче, странная мечта была. Ну, на Твиче есть, типа, такое понятие, как RL-стримы. RL-стримы — это когда, ну, ты не перед... Не в игры играешь, не видосы смотришь, а ходишь с камерой и вот так вот снимаешь, что ты делаешь просто вот так вот с камерой. Как знаешь, прямой эфир в Инстаграме. У меня была мечта сделать РЛ из рака. Как ему такой исполнитель? Что такое? Да, это кто? Из какой той же? А, тебе нравится, да, вот этот? Слушай, я слышал, но я не помню, слышал я их или нет. Ну, да? Ты видел цыганское техно? Цыганское техно? Не, да, не видел. Спроси, а он любит, когда ему делает чайный пакетик. А скиньте цыганское техно. Я его сосочек увидел, дай ему футболку. Скиньте ролик на ютубе, срочно попросили. Ебей, пока теплая. Я помню, мы собрались дома с друзьями. Ага. И такие пришли домой. И ага. Просто включили вот этот ролик. Ага. И смотрели и ржали. Нам было что-то очень смешно. Ну, я понял, почем. Не почем, поверь, мне просто было реально смешно. Ну, представь, ты собираешься с друзьями, приходишь домой, ставишь плазму, включаешь это и думаешь, блядь, что делать дальше. Юль! А как эта хуйня наркоманская называется, про которую ты говорила? Как его, блядь? Англоязычная группа.
Там клипы такие у них. Бля, у меня сейчас башку жжет. Клипы этот, наркоманские клипы у них. Да ты рассказывал, ёб твою мать. Как... Вы что вы пишете? Нет, этот. Который похож на Little Big. Да, ди... ты знаешь Диэнтрод? А причем они даже не наркоманы вообще. Все, наркоманы. Нет, там типа клип, не они наркоманы, а этот. Да не цыганский танец, дебил, блядь. Сейчас я посмотрю, Стас. Спроси, сколько он в каждую губку вколол. Ты губы себе увеличил? А как ему такой исполнитель, я? Макс? Да. Почему? Не знаю, просто спросили, что как будто ты губы увеличил. Нет? Нет. Здравствуйте, парикмахер. Вы сейчас стрижете мою псину. Если вам не сложно, можете еще ножницами пройтись ниже пояс у нее. Она заебала драть свою игрушку Эшли по ночам и всегда мешала мне убираться. Спасибо большое за донат. Как этот, как Юлий исполнителя? Диэнтрод? Ди... Диэнтрод. Ди... Ди... Блять, вот. Да. Вот. Так. Сейчас популярное ебанем. Ёб твою мать. Тут писек а, нету, а, не а, помнишь? Ой, вот этот пит. Тирет тоже очень популярный. Вот это я смотрел. Ну они похожи, кстати, немножко, да. Но они прикольные. Бля, ебать, у меня башку жжет. Ёб твою мать, а что так сильно-то? Там реально башку жжет. Ну, ну что-то такое, этот... А, может, потому что ты голову помыл, и поэтому. Ну, может быть, да. Что это такое? А у тебя есть влажные салфетки? Ёль! У нас есть влажные салфетки? Прибавь мне единицу, парень, я не прикасаем. Я не люблю этих крыс, ведь мы не копаем. И я ноги своей мамы называю раем. Макинтош, бизнес-онли, знаешь мое имя? Ни на что не намекаю, но со мною Тима. Я не знаю, в чем проблема, но всегда прав. Дизайнерский. Держи. Крась собаку, я тебя сейчас покрашу, нахуй. Они меня постоянно просят в чате покрасить вот эту беленькую собачку во флаг Польши, нахуй. Еблана. Что, флаг во флаг Польши, да. Еблана. А тебе еще больше нравится, рыба или мясо из еды? А, рыба. Рыба? Рыба точно больше, да. Лосось. Лосось, мне тоже нравится лосось. Короче, то есть приложение называется Foodie. Угу. И ты можешь оттуда тоже заказать еду, угу. Но в нормальных ресторанах. Реально? Реально нормально. А что, что раньше ты не сказал? Ну-ка. О хороших ресторанах. Ага, сейчас загуглю. А то, знаешь, вот с этого Емик и там вот что-то ну, вообще... там, нет. Да, полная такая херня. Foodie. Максимум Макдональдс. Вот эта хуйня? Нет, через У. Фу? Вот так?
Еще? Фу, да. Вот, Фуди. Ага. О, вот это, да? Ага. Ага. Вот оно, верхнее. Въеблан, Юля не могла это в чат написать. Юль. А это вот это верхняя или нижняя? Верхняя. Ага. Да. А, что у меня обновить, видимо, могла? Какая разница вам нахуй? Посмотри. Моя девушка спрашивает, в отношениях ты или свободен? Я? Да. А-а-а, свободен. Все? Могла и тут спросить. Что? Так. Где музыка? Да, а что с... У меня сломалось. А, вот. А мы сразу будем брови брить? Или можно потом? Сразу. А брови красят вообще? Я, короче, конечно, рассказываю. Я купил себе шампунь черный для покраски волос. Покрасил себе голову и решил покрасить брови. Ну. И меня назвали ебланом. Нет, можно красить брови. А тебе красить брови или нет? А как думаешь? Ну, вообще, лучше бы покрасить. Да, давай, ну, хотя покрасим. Хотя они все и так темные. Так, сейчас я попробую просто как мне это сделать. Мне нужна какая-то маленькая кисточка. Есть где-нибудь маленькая кисточка, что-нибудь такое, знаешь? Юль! Маленькая кисточка! Или ватная палочка. Ватная палочка. Это супер. Говорят, супер. Смотрите, какую Юля мне подарила лампочку. Смотрите, красивую. Настольную лампочку подарила. О, видали? Вообще прикол. Сейчас. Прикольно, реально. Ага. Она только этот. Хуйня дорогая. Ну, не. Хуйня не в плане плохая. Просто дорогая. Покрась брови в цвет поворотников. Типа опасный, на аварийке стоишь. Походу тут резко фанаты вот этот, вот этих, знаешь, типов? Black Prolimbus. Нет? Слушай, мне кажется, тебе знаешь, какая должна быть следующий стрим? А. Тебе нужно нанять чувака, который делает, ты знаешь, RuPaul. RuPaul? Да. Что такое RuPaul? Травести шоу в Америке, супер популярное. Травести? Травести. Это что такое? Просвестит. А. Знаешь, нет? Почему? Бля, ну это супер популярное шоу. То есть, типа, там всякие крутые звезды из этого формата. И они там подготавливают свои образы. Тебе нужно, чтобы как-нибудь к тебе пришел такой травести актер и просто делал тебе макияж, прическу, целый образ, пока ты сидишь и разговариваешь с ребятами. А у меня уже было, у меня, ну, типа, конечно, у меня такого не было, но у меня было, что мне девушка делает макияж. А скиньте, Субнат, можешь скинуть фотку, где я с Юечкой был? Сейчас покажу тебе. Где я был, во-первых, с Юечкой, а во-вторых, где я Харли Квинн делал. Поскидывай мне фотографии. Сейчас скину, скиньте мне. Сейчас покажу, как меня красили недавно.
вроде все супер. Что с тобой? Все нормально, все сейчас покажу. Секси. Спасибо. Почему? Почему я выгляжу вот так вот? А Даша выглядит вот так вот. Че еще там? Адольф. Ударно, конечно, ударно. Так, чем мы смываемся или что мы делаем? 5 минут и все. 5 минут, кайф. Ой. Макс, ты секси. Спасибо, Юль. Не, я считаю, что мне нравится. Сейчас мне еще пробор сделают. Ой, пробор. Бровку подбреют. Вообще кайф будет. Юль! А можешь попить принести? Заказать надо. Твоя мать Брежневу дала? Что у тебя с бровями? Мне их красят, они в краске. Никто никому ничего не давал. Это всегда так просто. Что, блядь, за чин музыка играет на фоне? Надеюсь, у тебя, падла, все волосы выпадут от краски, чтобы ты стал лысым. Спасибо, Роблокс. Спасибо. Мак, Мак, замечательно выглядишь, не слушай никого вообще. Мне в детстве говорили, что я на Шрека похож. Знаете, Шрек в мужском обличии. Мне так говорили. Это Афоня? Нет, я не Афоня. Фу, ебать, урод. Спасибо. Бля, кальян бы сейчас ебану. А ты кальяну куришь? Слушай, вот как раз, кстати, я не понимаю прикол кальянов. Не понимаешь? Mm-mm. Ну, я могу его покурить, но я не чувствую от него какой-то... Вообще не понимаю, зачем люди это делают, честно. Не знаю, меня от него так въебывает, это просто вот, пиздец. Меня не въебывает, меня не расслабляет, скорее... Мой гора любимый, родина Кавказ, там гора... А ты аж кудишки куришь? Тоже? Так это вообще красава, кайф, то, что не куришь, не это. Нет, просто это все, мне кажется, много времени на эти... Вай-вай-вай-вай. Ага. Жена у меня злая, бьет меня, ругает. Ну а тетя добрая, кормит, одевает. И я так подумал, чтобы было проще, разведусь с женою и женюсь на теще. Аравай-вай! Вай-вай-вай-вай, аравай-вай! Больше не хочется. Told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb. Просто ебаная мразь, не смешно это нахуй. Это хуйней своей. Я не Шрек, блять. Нормально я выгляжу. Ну да, чуть-чуть полновато, ничего страшного. Че написали? Не, пожалуйста, не читай этих ебланов, ебаных. Почему? Типа твой знакомый какой-то? Соедини брови и будешь как Заг один в одном или усики. А, он Адольф. Типа смотрит мой стрим, да? Да, да, да. А, мы недавно с ним здесь познакомились. А покажи, можешь его инстаграм показать? Я не буду показывать мой стрим. Пизда, стулу. Ёб твою мать. Вон. А что стулу? Ну вот, видишь, капнули. Ну и что, новый купим? Дай посмотрю. Ну, кстати, можно... А, ну попробуй влажную салфетку. Вот это... А. А, ну понял. Да нет, да похуй. Слушай, ты представляешь, оттерлась реально. Оттерлась? А вот да. Это вот, смотри. Сейчас. Да похуй. Понял. Это ты с ним познакомился в Стамбуле, он тебе написал, о, ты у меня на стриме, типа? Да. А. Да ладно, я потом помою спину.
что они добавляют в влажные салфетки, что они убирают все, что только можно. Спирт больше не пригласят в клип Милане. Почему вы еще решили, что мне не пригласят? Не возвращайся в Россию. Тебя сначала за пропаганду посадят, а потом депортируют в Узбекистан. А на что мне депортировать в Узбекистан, енот? Че за чел сидит, на вора в законе похож. Не, Андрей не вор в законе. Макс, ты секс. Спасибо. Меня зовут Виталя. И я реальный секс. Я люблю... Спасибо. Иду на секс. Ну, когда да. Я захожу в клуб, все в шоке. Ты что меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? И потом слышь, укладку, да, ебанем? Когда я... Да. А чем мне за волосами ухаживать? Я, короче, смотри, я использовал для укладки волос. Использовал... просто это как называется? Просто дедик ебаный. Как он называется? Лак. Я использовал лак. Я использовал соль. Знаешь такую соль? Да. Соль использовал и использовал глину специально. Ну. Вот эти три штуки использовал. Ну, этого достаточно, в принципе. Да? Ну, я... Главное просто феном укладывать, феном и расческой. Просто без фена и без расчески, ну, ты можешь просто так пожамкать волосы. Угу. Сделать такой вещий эффект. Все, тебе нужно, короче, уже смывать. Когда я использовал, точно не последние 2 года. Я тебе сейчас как гавкну, Эшли. Ты на кого гавкаешь? Книжка чуть не упала, аккуратненько. Да похуй. Что там, что это за книжка? Стивен Кинг, да. Я недавно дочитал. Хуйня полная какая-то. Не гавка, Эшли. Эшли, что ты хочешь, играться? Ты в Азербайджан собираешься, тебе еще... Нет, я вот в следующем году вряд ли в Азербайджан поеду. Не было планов, ребят. Тур по Азербайджану, скорее всего, отменяется. Эшли! Еще камера работает аккуратненько, я пошел этот... Давай. Пошел смотреть. Ёль! Можешь меня поснимать? Спасибо, Ролези. Не забудь брови помыть. Хорошо. Ты просто хуйсос, Ролези, ты уже аватарку меня поставил новую. Да. А может нет, слышишь? Может мне в целиком душ залезть? Может, целиком. Целиком, да? Мне просто не заебусь снимать. Давай я тебе сниму эту штуку. Кстати, Макс не хотел бы, если во флаг Польши покрасить. Прикольно бы получилось. Донаты выключи на всякий случай. А этот чел может там сидеть. Закрой свой рот, не разговаривай. Чусь на своем мустанге. Ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства... Да.
Ну и кринж, ребята. Ну ладно. Давайте, ребята, я вас жду всех у себя в Инстаграме. Надеюсь, все подпишетесь, поставите лайки. Да. А это? Так. Ты мне сейчас сам будешь укладывать, да? Да. Ага. Пизда, да? Уже все, да? А ты шампунем мыл голову? Да. Да. Два раза или один раз? Один. Надо было два раза. Трусы будешь менять? Да придется. Только не снимай меня. Здесь. Ешли. О боже, что вы пишете, ебанаты? Андрей, я надеюсь, ты чат не читал здесь вот. Нет. Слава богу. А? Меняем розетку. Давай. Когда я хочу, я не продаюсь за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты помнишь, да. И с этим обратиться, это мой мурда. Я не скажу в ответ ничего на ней. Я не скажу привет, если вам одни. Я скажу любимый звук, это звон монет. А не тот, кто не рук, это мой концерт. Не заложу подруг, но за деньги, да. Я не сделаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Beep 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 be
Да норм, чевы, отрастут. Эвацок не кипишуща на приору сядем, доедем до ТЦ европейского поединки калей, потом будем бороться. До доната смешно. Привет, Хилми. Видел твои сливы, малыш. Эй, Эвацок не кипишуща на приору сядем, доедем. Не расстраивайся, Макс. Ты выглядишь как говно, но мы все равно тебя любим. Макс, может, лучше сразу на лбу? Виталя, нахуй. Я смывал их. Ну, я вот так вот мыл. Не дай бог, ты ему еще за это... Брат, меня также в одно... Лысо будет смешнее всего, но походу я ошибался. Это пиздец, братик, ауф. Муханджан до того, как покрасился. Это парень из Stray Kids. Спой что-нибудь. Заебал. Либо на лысо. Вот эту бровку будем. Левую. Okay, а может две лучше, как вообще делают? Делают одну обычно. Да? Вот я тоже думаю. Да, подожди, а где у меня Сережка? А, ну похуй, у меня с двух сторон. Юль! А где Сережка, крестик мой? А? Нет, другой, черный крестик есть. Где-то было. Так, ну позакрывайте хуйню всякую, мешает. Да, да, да. Так. Сейчас это. С какой, с этой стороны, да? Ну, а сейчас. Нет. С этой. Да, с этой, с левой. Только тоненькую, хорошо? Ну, понятное дело, что. Тоненькую под наклоном. Смотри, будет очень тонко. Открой глаза сначала. Там вообще видно ее? Сейчас посмотрим. Видно.
А можно, чтобы она еще, типа, как сказать, более глубокая? Ну да, более белая. У тебя нету опасного лезвия? Вот опасного нету. Но сейчас посмотрим, может быть, на самом деле. О, ты так похож на моего деда с Германии. Он, правда, давно умер. Застрелился, сука. Спасибо, Равшан, за донат. Макс, хэндэхох. Осуждаю. А мне нравится. Все, подожди. Угу. У тебя опасная? Нет, опасной нету, поэтому буду тебе машинку делать. Просто еще такой момент забываешь, что там краска. Угу, да, я понимаю, она потом подмоется, будет нормально. Смотри еще раз. Куда? В камеру. А. Нормально, во. Оставляем. Да. А у тебя есть какой-то сталинг что-нибудь? Кого? Сталинг. Йоль! Лак, воск. А есть сталинг какой-то? Она думает, что нет. А у тебя нету, да? А там же лак какой-то был, нет? Нет. Супер. Так, теперь я убираю все, чтобы не было. Да я этот... А, еще я уберусь. Спасибо большое. ТГ Юль, сейчас посмотрю. Ты знаешь этого актера? Нет. Актера знаю. А, но этот роль его не знаю. Девушке очень понравился. Скажи, что я на него похож. Или ты ее любимый актер? Мне кажется, он снимался у Ксавье Долана. Где? У Ксавье Долана в фильме. Это режиссер. А. Это твоя, да? А, да, да. Сейчас я найду денежку. Угу. У тебя будет 50 баксов? Сейчас. У меня будет 50 евро. 50 евро? У меня только просто по 100 долларов. Я тебе должен 250, да, долларов? Да, я тебе дам когда 50 евро вместо 50 долларов. Так. Спасибо большое. Тебе тоже спасибо. Да не знаю, посмотрим. Если честно, пока неизвестно всякое. Это, там, но на ВНЖ вы уже подавали? Да, у нас ВНЖ уже есть. Уже а есть. Прописались вы тоже тут? Прописались, да. А ты тоже сделал же ВНЖ? А, ну да, ты уже сколько? Ты уже тут удивил. Мне уже второй ВНЖ нужно делать скоро. Второе? Да. Они не сделали неправильно первое. Как неправильно? Они не сделали задним числом. Типа я 4 марта прилетел, у меня сразу же ВНЖ написано, что я получил 4. Я не знаю, как они это сделали. Это хорошо, что я это понял недавно. Я что-то заполнял анкету в Старбаксе и такой смотрю на свой ВНЖ и думаю, что... Просто офигел. Сейчас убыл по 1 минуту, чё, перед камерой сидеть. Так, а где я моя машинка? Чё потерял? Машинку это нашёл, нашёл заряд. Смотри-ка, это ещё вот эта хуйня есть. Это да, твое? Да. Угу.
Короче, сходите в Норадио. Вам понравится, наверное. Там вся движуха. Ты капец, ты так быстро постриг. Я обычно сидел, стригся по 5 часов. Серьезно? Да. Ну, не по 5 часов, по часа 3, наверное, 2. Ну, ты еще видишь дом, потому что плохое освещение, крест. Ну, да, ну, да. С худи охуенно выглядит. Спасибо большое. Я дал тебе больше, чем я мог. Чем я мог. Выдыхай, ты мне молодой. Биг бой много курит, эй, шмок, шмок. Лама, иди быстро, ты постой. Маль жестко, не чувствую ног. Не нужен бил вчера, ведь я был брок. Мама говорит, я пусть бой. Лама, иди быстро, ты постой. Мы едем на ламбо. В окно курим гидропо. Она любит мой музон. Бля, где-то моя. Я еще в такой. И он долбит в окно. Сережка черная с крестиком. Ты не знаешь меня в лицо. Знаешь. Все, сейчас надо. Я люблю такое. Сейчас просто бежал со всеми, я сережку. Ты мне подаришь сережку? Да, а можешь одеть, пожалуйста? Сюда? Угу. Может, она у тебя заросла, нет? Не. Блин, она у тебя реально заросла. Не, не может быть такого. Ну, я вижу, что она заросла у тебя. Так я недавно носил. Прям вот, ну, недавно. Ах, сейчас тебе заново ее пробью. Давай я сам себя пробью. Тебе больно? Нет, страшно. Все. Пробил? Да. Ну, я говорю, там она заэтовалась. Стой, только вот эту штуку надо так сделать. Кайф. Кайф. Все отлично вообще. Спасибо большое. Классно, да, выглядит? Да. Так, что, вроде я все собрал. Угу. Сейчас обоссусь, нахуй. Так, сейчас тебе свой инстаграм скажу. Вот мой инстаграм. Давай. Это твой... Обычный, обычный? Да. Так. Живой, так сказать. Сейчас я подпишусь. Вдруг это будет в Стамбуле, захочет постричься, захочет сережки. Хорошо. Сейчас я себе запишу. Блять, ебаный интернет. А, я с тобой с однёркой переписывался, да? Да. Ну там типа просто чисто такой парикмахерский. Более бытовой. Вот, ребят. Если кто живет в Стамбуле, нужны всякие прически, эти сережки, бэм-бэм, всякую вот эту тему, можете вот сюда обращаться. Гадости не пишите, хуйсосы, я вас знаю, нахуй. Они будут писать и этот, обзываться, возможно. Они меня всегда обзывают. Ничего страшного. Так. Бля, надо еще будет полы помыть.
больше, чем я мог. Выдыхай, ты меня мало гость. На маленькие расстояния не ходят, и поэтому не пришлось пешком идти. А, понял. Да, ну тут типа это нереально. Никто тебе вести не будет. Да, да, это факт. Да, пошли, провожу. Руки все не имеют, глубже в твое тело. Жемчуг стоит день, лучше мне не верь. Ты не заметишь свет, скорее отражение. Так не верю в любовь, уже началась ночь. Делай холодный глоток, в этом стакане сироп. Ты бой голодный, как волк, дым летит в потолок. Я дал тебе больше, чем я мог. Выдыхай, ты меня молодой. Биг бой много курит, и шмок. Лама, иди быстро, ты постой. Мальчик жестко, не чувствую, но не нужен бил вчера, ведь я был брок. Мама говорит, я пусть бой. Лама, иди быстро, ты постой. Если ты больше, чем я мог. Я выдыхаю, ты меня молодой. Бегай много, курит ты тут шмо. Лаба едет быстро, ты постой. Просто идите все ебаные нахуй уебаны, которые пишут: «Покажи прическу, не видно из-за шапки! Иди нахуй, сын, блядь, ебаный нахуй!» Он забыл свою штучку, он так быстро убежал, что забыл свою штучку. Не, я все, я не буду показывать прическу. Не, я теперь пожизненно вот так буду стримить. Блять, телефон сейчас выпадет. Я не буду садиться. Ключи доната нет, я не буду. Раньше я думал, что когда стригут под горшок, это пиздец, но сейчас мое мнение поменялось. Спасибо, что показываешь, как не надо стричься.
Ой, так ему нравится. Включи мой трек. Теперь после такот с прически надо сниматься не мама купи песика, а мама купи овечка. Это косплей на твоего деда Ганса из Германии. Здравствуйте, Адольф. Когда бой с Макгрегором? Бой, пацанская душа. Я отвечу без базара. Бля, Макс заебал, чмок мне его уже в его сладенькие губки. Пропусти донат ПЖ. Теперь после такой прически надо сниматься не мама купи песика, а мама купи овечка. Макс. Все, блядь. Тебе уже ничего не поможет. Я не сорвал. Ни лак, кто такой не ни воск. А ты типа фул косплей марка делаешь? Макс, сейчас будет стрим с бассейна или нахуй ты шапочку для плавания надел? Пиздец, раньше было лучше. Когда беленький был. Чат. Да? А еще когда воронины были вообще заебись было. Все, блядь, все, я не выдержу, все, блядь, все. Макс, актер этот, Эзра Миллер. Его полгода назад арестовали за то, что он бабе стул в голову бросил. Тоже так сделаешь? Ладно, Максюш, не расстраивайся, все равно есть челы, как Иван, хуже которых выглядеть просто невозможно. Макс, напиши в поиске тупой еще тупее по ЛЗ. Сними шапку в помещении. Мог кастрюлю одеть и ножницы мечелку сделать. За 17к мог, если и продать. Так и скажи, что тебя заставило Байовал так подстричься, чтобы ты выглядел как гуакамоле. Ты наше черное солнышко. Нефр. Макс решил не отличаться и тоже сделал косплей на Wednesday. Я ненавижу ханык и алкашей за полтык. Не надо мне их хуй. Плюс кто фанат хулимана и Гитлера? Макс, я так понял, компания Чокобей заплатила тебе большую сумму, раз ты решил делать рекламу на протяжении 2 часов. Классная прическа, вопросов нет. Правда, ты теперь на гриба похож. Макс, если ты хотел бросить Улю, не обязательно было стричься в это, чтобы она сама ушла. Кругом гуляют бомжи, ведь нету хаты у них. Зато на лысине вши, и пусть воняет от них. А я с качами буду, ебаная мразь! Он должен твою шпагу волосатую проглотить. Норм, причай, сразу захотелось в тебя цветок. Кто бы что ни сказал... А Юля сказала, ей нравится. Ебан, и я выгляжу свежо, модно и молодежно нахуй. Уебаны ебаные нахуй. Что бы кто из вас ни сказал. Посмотри, и мне нравится. А потом пойми, что за это ты отдал 17 тысяч, как ощущение. Ебать, шапка модная. Где купил? Я такую же хочу теперь. Кстати, покажи прическу. 1. Подстригся, как Марк 2. Вес такой же сделаешь? Попуск. Все сказал, хуесос ебаный. Неплохая стрижка, брат.
похуй на чужое мнение. Спасибо большое. Тебе это хуйня. Спасибо, Роблокс. Мне брыголовка нравится. Очень свежо. Анте правда нравится? Анте нравится? Вань, тебе как прическа? Подождите, а насколько станет лучше, если я вот не вот так буду носить, а как-нибудь вот так буду укладывать? Как-нибудь наверх. На 1000 лучше. Бро, я шапку потерял. Не находил? Максим, не слушай этих уебков. Тебе правда идет? Мне просто... Спасибо, Лерочка, солнышко. Мне просто кажется, что мне надо еще чуть-чуть похудеть. Мне эта прическа, знаете, это как в танках, нахуй. Что ты когда не можешь, ты пушку одеть не Макс, на то, вернись, не на ту голову. Тебе надо сначала голову вкачать, а потом ты уже пушку хуяришь. То есть, типа, у меня моя каска, есть она не по моему левелу. Мне надо чуть скинуть левел. Магазин. Будешь пробиваешь свой QR-чади на башке на кассе. Я твою матери штрих-код на жопе пробью, сын, блядь, и что ты донатишь, а нахуй? Сможешь такую же сделать? Ей, брат, заверни шаурму по-братски. Какую шаурму, нахуй? Классная стрижка. Спасибо. Не слушай никого. Спасибо. А эта шапка, где купил? У меня отец на шахте работает. Сказал, ты, мужик, что решился на такое? Волосы на станок не намотает. Чекни ТГ, вишню ля, уже билеты в СПБ взяла, хуярь лучше на лысом, Максон, единственное спасение. Осталось потолстеть на 200 килограммов и начать смотреть фильмы, будешь как Марк. Бэль Макс Уэшли, и то лучше, похуй го на лысо. Ты нахуй гандонку на голову надел? Согласен. Тебе надо опуститься на уровень бомжа. Максюш, тебе идет. Моделька ты наша. Ебать, сколько еще таких, как ты, этот тип наебал? 17 за горшок, это вообще ПЗДЦ. Стой, не двигайся, дай штрих-код поймаю. О-о-о, это я тебя влево видел. Очень похож, мужик. Блядь. Эй, мага, брат, сделай, пожалуйста, мне 2 сырных и побыстрее, пиздец, жрать хочу. Привет, хотел опять позвать тебя в Дедеп Скват, но увидел твою прическу и передумал. Сори. Макс, ну тут-то с позором ситуация критическая. Стас, ладно. Макс, не переживай, даже так ты выглядишь лучше жировика на строго. Во-первых, ебаная мразь на малом кейсере, ты вообще себя видел? Попуск ебучий, нахуй. И раз в 100 лучше постригли. Охуеть, Кобзон ожил, легенда. Спасибо за детство. Какой Кобзон? Стас, джибой. Макс, набери вектор из гадки я. Макс, нахуй ты прахшую на бошку намазал. Иди смывай, пока ю... Ты заплатил 250 баксов за эту хуйню. Ты реально конч. Такой в любой турецкой подворотне сделают за 250 лир. Привет, пап. Нормальный прайс за выезд русского мастера на дом. Еще и на медику. Вата.
Это чисто... копейки считать. Спасибо большое. Вас затроллили за просто так вообще. Спасибо большое, брат. Спасибо за поддержку. Это